«Музыка в моей жизни» с Кеном Бёртоном. Здравствуйте, спасибо вам, что смотрите программу «Музыка в моей жизни». Сегодня у нас в гостях будет Тина Брукс, очень талантливый музыкант. Я смело могу ее назвать своей старшей сестрой по музыке. Через несколько минут Тина нам расскажет о своей разнообразной музыкальной деятельности, о своей учебе в музыкальном колледже, а также о путешествии музыки сквозь призму истории. Оставайтесь с нами. Часто можно услышать, что музыка — это универсальный язык. Эта фраза стала своеобразным клише, и я с этим согласен. Часто мы ассоциируем звуки и музыкальные инструменты с разными странами и культурой. Да, это абсолютно справедливо, так как в разных странах играют на разных инструментах. Сегодня мы убедимся в том, что музыка и музыкальные инструменты более универсальны, чем кажется на первый взгляд. Если вспомнить такой музыкальный инструмент, как волынка, то она сразу же ассоциируется с Шотландией. Но задолго до Шотландии на волынке играли в Персии. Я уверен, если углубиться в историю, то можно узнать, что не только в Персии играли на волынке. Ритм и разные исполнения, например, импровизацию, можно ассоциировать с африканской культурой, либо с афроамериканской. Но разные культуры импровизируют по-своему. К примеру, шотландцы поют так, как сегодня поют и в афроамериканских церквях в Кентукки. Поэтому язык музыки является более универсальным и объединяющим, чем кажется на первый взгляд. Музыка является средством выразительности. С помощью музыки каждая культура выражает себя уникальным способом. К примеру, если вы побываете в стране, откуда родом мои родители, то они представят себя в такой манере. Да, вы можете сказать, что это регги, но это просто музыка, естественное средство выразительности. Если вы пересечете океан, вас встретят так. Вы можете сказать, что это музыкальный стиль ска или калипсо, но на самом деле это просто средство коммуникации. А если вы услышите что-то наподобие этого, как вы думаете, какой стране присущ данный стиль? Можно отнести к Сербии, Италии. Если бы звучал аккордеон, можно было бы отнести к Франции, но аккордеон также используется в английской фольклорной музыке. Аккордеон — это что-то вроде портативного органа, который можно брать с собой. Итак, мы имеем наш язык музыки, который зачастую любят дифференцировать, но я верю в то, что он объединяет нас настолько сильно, что это даже невозможно представить. Итак, сегодня мы будем глубоко исследовать вопрос путешествия музыки по миру. Тина, спасибо вам большое, что пришли к нам на программу «Музыка в моей жизни». Мне очень приятно быть здесь. Тина, вы такой очаровательный музыкант. Я восхищаюсь вашим талантом. Расскажите о себе, как музыкант, чем вы занимаетесь? Нам очень интересно это услышать. Я певица, пианистка, и это все одновременно. Также я работаю учителем, еще я композитор, аранжировщик, а после музыкального колледжа я стала дирижером. Вы упомянули музыкальный колледж. Расскажите поподробнее о вашей учебе там. Как это у вас все было? В музыкальном колледже изучается о месте музыки в разных частях мира. С самого начала я думала, что будет говориться только о музыке, но в дальнейшем меня эта тема очень привлекла. Это очень интересно, ведь там изучается о месте музыканта в мировом сообществе. В некоторых странах этот показатель высок, в других не очень, а в других настолько низок, что музыканты прямо таки бедствуют. Мой отец как раз родом из такой страны. Давайте поговорим о ваших различных талантах. Как пианистка, в каком стиле вы играете? И в каком стиле вы поете, как певица? Итак, расскажите нам. Как певица, чаще всего я пою церковные гимны во время учебного процесса.
Я могу петь на 5 языках. Перечислите их. Я пою на французском, немецком, итальянском, латинском и английском. А еще наверняка на языке эмоций. Да, но в особых случаях. Отлично. Как насчет пианино? На пианино я также исполняю религиозную музыку, немного джаза, немного импровизирую. А также я учу игре на пианино. Я часто слышу от многих людей, что после музыкального образования можно сделать все. Так ли это? Нет, не всегда. Потому как я встречала музыкантов с образованием, которые не могли свободно пользоваться голосом, имели много других проблем, связанных с дыханием во время пения. И мне очень повезло, так как они получили музыкальное образование, но не могли реализоваться и построить хорошую карьеру. Мне кажется, что самые лучшие музыканты — те, которые получили музыкальное образование и посвящают много времени занятиям музыкой. Они живут музыкой и получают от всего этого рабочего процесса наслаждение. Да, конечно. Итак, Тина, вы сказали, что вы можете и петь, и играть на пианино одновременно. Да, порой могу. Сейчас у вас есть прекрасная возможность показать это. Исполните что-нибудь. Хорошо. Да.
from the Lord. Тина, спасибо большое за это чудесное исполнение. Это песня «Коринфян», написана Майком Стэмпли. Да. А почему она так называется? Потому что слова этой песни взяты из второго послания к Коринфянам 4 главы. Значит, слова взяты из Библии? Да. Тина, вы сказали, что вы получили специальность дирижера. Давайте поговорим об этом. Расскажите нам. Впервые я попробовала себя в роли дирижера в местной церкви. Я тогда была молода, и для меня это было чем-то вроде эксперимента. Затем меня пригласили играть в The London Adventist Choral, лондонское адвентистское общество хористов. Как раз там мы с вами познакомились, Кен, и работали вместе на протяжении многих лет. Я следила за тем, как вы умело дирижировали, чтобы повышать свои способности. Так значит, вы следили за мной? Я бы никому этого не советовала. Я переехала в Кембридж и была дирижером церковного хора. Вы переехали на восток, в Кембридж, и организовали хор. Вы организовывали прослушивание или нет? Без прослушивания люди просто приходили по вечерам, чтобы петь религиозные гимны и жертвовать деньги на ассоциацию родителей и учителей частной школы, которую в тот момент посещала моя дочь. Людям, которые приходили впервые, очень нравилось петь, поэтому после первого раза они приходили каждый вечер. Через некоторое время я спросила у них, не против ли они дать концерт и пригласить своих близких в сентябре. Они одобрили мое предложение. У нас начались репетиции, и появился постоянный состав хористов. Хор составлял от 60 до 75 хористов со всех уголков Кембриджа, которые приходили, чтобы своим пением прославить Бога. Тина, я так понимаю, что что-то внутри вас побудило организовать хор. Итак, вам предстояло дать концерт. Какими были ваши пожелания для хористов? Что-то вроде «отойдите подальше» или нет? Я только попросила, чтобы не подходили сильно близко к микрофону. В хор попали все желающие, не было никакого прослушивания. Когда у вас 60 голосов, очень тяжело правильно расставить сильные и слабые голоса. Но у нас получилось подтянуть все голоса до нужного уровня. Спасибо вам, Тина. Это так интересно. Так что продолжим. Интересно узнать, как вы делали расстановку, ведь это так сложно, хористы разные. Чувствовали ли вы Божье руководство во всем этом? Вам надо было их подтянуть к музыке? Пригодились ли ваши умения как композитора? Конечно. Обычно, когда в хоре 60 хористов, зачастую 50 из них женщины и 10 мужчины. Поэтому мне надо было установить некий баланс. Они позволили мне учить их, и это было здорово. Мне было легче, как композитору, сочинять аранжировку согласно их возможностям. Странно, обычно женщин меньше, а тут почти целый хор. Шутка, простите, пожалуйста. Что вдохновляло вас на написание музыки, аранжировок? Что меня вдохновляло? Что вдохновляло вас как дирижера, композитора и писателя? Мы начинали не со сложных понятий в музыке. С самого начала мы исполняли духовные гимны, поэтому мои аранжировки были религиозного характера. У них хорошо получалось. И меня, и их вдохновляло прославление Бога. Потихоньку я увеличивала сложность произведения по возможностям. Со временем вы замечали, что хористы могут справиться с более сложными произведениями, и вы уже не так волновались за них. Поначалу что-то было сложным, но через какое-то время они достигали нужного уровня. Да, потихоньку увеличивая и усложняя нагрузку. Да, это было что-то вроде вызова дорасти до нужного уровня исполнителя. Да. Понятно. Как вы думаете, что труднее написать, мелодию для произведения или создать аранжировку? Или эти два понятия равносильно сложны?
Конечно, намного проще делать аранжировку, когда мелодия готова. Легче варьировать и добавлять в нее разные партии. Намного труднее придумать саму мелодию, надо все учитывать, чтобы была гармония, чтобы все было идеально. Интересно. Некоторые люди считают работу аранжировщика намного сложнее, чем композитора. Потому как они постоянно должны держаться поставленной музыкальной задачи, чтобы передать мелодии, музыкальную фактуру. Они боятся нарушить гармонию, как будто кто-то им скажет: «Ты уничтожил мое творение». Mucking up the piece of music, so to speak. People are like, that's my song that's been destroyed there. What's going on? I think because I started. Конечно, я начала делать аранжировки много лет назад, поэтому мне намного легче писать аранжировки. Конечно, в период вашего дирижерства, потом занятий с хором, для вас это также было хорошей практикой, и вы даже выпустили обучающий диск. Так ли это? Да. Покажите его. Конечно. Он называется «Если вы хотите прославить Бога». Этот диск содержит уроки по тренировке голоса, советы о том, как правильно стоять, дышать, чтобы хватало воздуха, задания и вообще общие рекомендации о том, как использовать свой голос. Итак, давайте представим, что я ваш студент. Хочу научиться с помощью информации с диска. Чего я смогу достичь? Эти уроки направлены на обучение пению церковных гимнов. Особенность исполнения гимнов заключается в использовании грудного голоса. Звук должен исходить растягивающийся и сильный. Есть такое упражнение, которое называется «растягивая грудной голос». Я предлагаю вам поучаствовать и повторять за мной. Готовы? Уговорили. Хорошо. Да, отличное упражнение. Звук исходит прямо отсюда. Да, и он должен подняться высоко и звонко зазвучать в нужной тональности. Надо непрерывно держать звук. Его надо выдержать в нужной тональности. Ну да, конечно. Отлично. После этих уроков люди говорят: «Ура, мы можем петь церковные гимны!» После этих уроков люди учатся владеть своим голосом, использовать разные виды голоса — грудной, средний, высокий, с помощью которых поются церковные гимны. Много видов голосов. Да, существуют разные виды голосов. Итак, мы поговорили о специфике пения церковных гимнов. Давайте поговорим о вашей учебе в музыкальном колледже. Она также была связана с гимнами, насколько мне известно. В своей диссертации я рассматривала историческое путешествие религиозных гимнов, которые корнями ушли в Африку в рабовладельческие времена и фактически прошли такой путь перемен к стилю блюз и пришли в Англию. Это впечатляет. Так с какой части Африки началось путешествие? Началось все с западного побережья Африки. И какое влияние оказала Африка на религиозные гимны? Появилось много новых стилей. Новые стили. Можете перечислить некоторые яркие элементы? Яркими элементами, конечно же, является своеобразное пение, экспрессивное пение, исполнение от всего сердца. Конечно же, в исполнении гимнов они используют разные музыкальные стили. Так много музыкальных стилей родились в Африке. Конечно. Стиль блюз, джаз, соул, бит и другие стили 21 века.
Много людей спорят, что стиль джаз всемирный, а не африканский. Что вы думаете по этому поводу? На самом деле джаз проистекает из блюза. Стиль блюз уходит корнями в Африку времен рабовладельчества. Затем он попал в английскую народную музыку. А джаз появился из блюза. Поэтому джаз однозначно имеет африканские корни. Да, вы правы. Да, джаз — всемирно известный стиль, но он определенно имеет африканские корни. Тина, могли бы вы нам исполнить еще одну песню? Религиозный гимн. Да, я исполню гимн, написанный в 21 веке, который написал Джонатан Нельсон. «Призван, чтобы быть». С удовольствием послушаем. Хорошо. There are winding roads, mountains high and valleys low. Though the road ahead may be unknown, I'm still pressing for the prize that's worth pressing for. What I'll be. All road signs read destiny. I'll follow you wherever you lead. Nothing can hinder me, for the what I'll be. That's what I'll be. That's what I'll be. Такая душевная, эмоциональная песня. Сейчас я расскажу, что мы будем делать дальше. Но для начала давайте поменяемся местами. Вы не будете против, если мы сейчас попутешествуем по истории музыки? Давайте начнем наше путешествие с Африки, Западной Африки, в таком стиле. Затем, если мы пересечем океан, мы услышим более церковный стиль исполнения, что-то вроде этого. А сейчас переходим к городскому блюзу.
down my burdens down by the riverside down by the riverside down by the riverside and we get jazz. А сейчас в стиле джаз. Можно отбить хлопками ритм. I ain't gonna study war no more. Study war no more. Study war no more. Study war no more. I ain't gonna study war no more. No. No. No more. Дальше у нас исполнение в стиле soul. I'm gonna lay down my burdens down by the riverside. Down by the riverside. Down by the riverside. I'm gonna lay down my burden. Down by the riverside. I'm gonna study war no more. Следующий музыкальный стиль — баллада. А в стиле рэп сможем спеть? Шучу, шучу. That's a rap. Сегодня с нашей гостьей мы рассмотрели, насколько музыка многогранна и разнообразна. Ее можно выразить разными способами — исполнением, преподаванием, сочинением. С музыкой связано все в этом мире, даже природа имеет свою неповторимую мелодию. Уделите время, чтобы насладиться ею. До скорой встречи на программе «Музыка в моей жизни».